Турнир по гольфу при поддержке белорусского посольства во Франции прошел в Бордо. Представители нашей страны впервые принимали участие в организации соревнований. Этот турнир дебютный еще и для нового гольф-поля. Оно располагается в окружении элитных виноградников известного региона. В соревнованиях участвовали команды из России, Украины, нашей страны и, конечно, Франции. После турнира гостям и участникам презентовали Беларусь как страну, в которой обязательно нужно побывать как минимум в качестве туриста. Вельми важно, что одним из наибольш развитых регионов Франции, где находится самый богатый бизнес этой страны, мы провели презентацию Беларуси. Мы больше представили Беларусь, и французы больше доведались об нашей стране. И мы надеемся, что дякуючи этому мероприятию будут развиваться наши отношения как у экономической сферы, так и больше туристов с Франции приедет в Беларусь. Все победители получили хрустальные кубки, сделанные по специальному заказу на одном из белорусских стеклозаводов.